В это воскресенье в эфире городского телеканала ЮТВ. Смотри новый выпуск автомобильного телепроекта «102 РУС». Мы поговорим о новых поправках касаемо перевозок детей в автомобилях, узнаем, чем грозит парковка на инвалидном месте. Что такое ралли «Шелковый путь» и почему он проходит через Республику Башкортостан. А также еженедельный обзор дорожно-транспортных происшествий с камерой maps.ufanet.ru.